два дня сыпал снег, потом растаял и полил дождь. Лес вымок до последней осинки, лиса до самого кончика хвоста, а старый филин три ночи никуда не летал. Сидел в своем дупле и огорчался. «Ух!» – вздыхал он. И по всему лесу разносилось «У-у-у!» А в доме ежика топилась печь. Потрескивал в печи огонь, а сам ежик сидел на полу у печки, помаргивая, глядел на пламя и радовался. «Как хорошо! Как тепло! Как удивительно!» – шептал он. «У меня есть дом с печкой! Дом с печкой! Дом с печкой! Дом с печкой!» Запел он и, пританцовывая, принес еще дровишек и бросил их в огонь. Хохотнул огонь и облизнул дровишки. «Сухие!» «Еще бы!» — сказал ежик. «А много у нас дровишек?» — спросил огонь. «На всю зиму хватит!» «Ха-ха-ха-ха!» — захохотал огонь и принялся так плясать, что ежик испугался, как бы он не выскочил из печки. «Ты не очень!» — сказал он огню. «Выскочишь!» — и прикрыл его дверцей. «Эй!» – крикнул огонь из-за дверцы. «Ты чего меня запер? Давай поговорим!» «О чем?» «О чем хочешь?» – сказал огонь и просунул нос в щелочку. «Нет уж, нет уж!» – сказал ежик и стукнул огонь по носу. «Ах, ты дерешься!» – взвился огонь и загудел так, что ежик снова испугался. Некоторое время они молчали. Потом огонь успокоился и жалобно сказал: «Послушай, ежик, я проголодался. Дай мне еще дровишек, у нас же их много». «Нет», — сказал ежик, — «не дам. В доме и так тепло». «Ну тогда открой дверцу и дай мне посмотреть на тебя». «Я дремлю», — сказал ежик. «На меня сейчас неинтересно смотреть». «Ну что ты? Я больше всего люблю смотреть на дремлющих ежиков». «А почему ты любишь смотреть на дремлющих ежиков?» «Дремлющие ежики так красивы, что на них трудно наглядеться. И если я открою печку, ты будешь смотреть, а я буду дремать? И ты будешь дремать, и я буду дремать. Только я еще буду на тебя смотреть». «Ты тоже красивый», — сказал ежик. «Я тоже буду на тебя смотреть». «Нет, лучше ты на меня не смотри», — сказал огонь. «А я буду на тебя смотреть и горячо дышать, и гладить тебя теплым дыханием». «Хорошо», — сказал ежик, — «только ты не вылазь из печки». Огонь промолчал. Тогда ежик открыл печную дверцу, прислонился к дровишкам и задремал. «Прости меня, пожалуйста, ежик», — обратился он к ежику чуть погодя, «но мне будет совсем хорошо на тебя смотреть, если я буду сыт. Подбрось дровишек». Ежику было так сладко у печи, что он подкинул три полежка и снова задремал. Загудел огонь. «О, какой красивый ежик! Как он дремлет!» И с этими словами спрыгнул на пол и побежал по дому. Пополз дым. Ежик закашлялся, открыл глаза и увидел пляшущий по всей комнате огонь. «Горю!» — закричал ежик и кинулся к двери. Но огонь уже плясал на пороге и не пускал его.
ежик схватил валенок и стал бить огонь валенком. «Полезай в печку, старый обманщик!» – кричал ежик. Но огонь только хохотал в ответ. «Ах так!» – крикнул ежик, разбил окно, выкатился на улицу и сорвал со своего домика крышу. Вовсю. Капли затопали по полу и стали оттаптывать огню руки, ноги, бороду, нос. «Шлёп-пи-шлёп, шлёп-пи-шлёп!» – приговаривали капли. А ёжик бил огонь мокрым валенком и ничего не приговаривал. Так он был сердит. Когда огонь, зло шипя, забрался обратно в печку, ежик накрыл свой домик крышей, заложил дровишками разбитое окно, сел к печке и пригорюнился. В доме было холодно, мокро и пахло гарью. «Какой рыжий, лживый старикашка!» – сказал ежик. Огонь ничего не ответил. Да и что было говорить огню, если все, кроме доверчивого ежика, знают, какой он обманщик.